привезли кота. Это мой котик. Друзья мои, всем здорово, вы на канале FFG TV, я вас приветствую в игрухе. Что же это будет? Короче, в чем суть? День первый. Дело в том, что по легенде, по истории моего героя, у меня много в доме мышей и крыс. И мне нужно срочно от них избавиться. И чтобы от них избавиться, я должен завести себе кота. Слышите? Крыса что-то опять натворила. Вон она убежала, кстати. Так, это мой кабинет. Это моя кровать, где я сплю, ребята. Нет, у меня еще есть дела. Ну, понятно, то есть поспать я не могу. Короче, мне нужно срочно идти и пробовать избавляться от мышей. Что это такое? Я могу зайти в интернет? О, я могу еще что-то тут купить себе, ничего себе. Чтобы закончить день и ложиться спать, но перед этим выполни все задания. После смерти количество максимальной энергии сокращается. Понятно. О, кстати, бургер. Смотри, я могу бургеры. Блин, зря я его съел, а с ним все нормально было. Ладно, пойдем вообще на разведку пока. Я вообще не знаю. Это мой дом. О, смотри, видишь, нора. Так, вон сверху энергия у меня тратится. Шкаф. Топорек. Баблище. Баблище возьмем. Молоток. Вот это кайф. Так, молоток. Нужно найти способ открыть эту дверь. Понятно. Закрыто. Где-то была связка ключей. Так, ладно. Я для чего-то взял молоток. Вот в чем вопрос. Интересно, для чего он мне может пригодиться? А где моя кошка? Или я ее еще не завел? Тубзик. Там можно попыскать. Но пока не будем этого делать. Ага, я могу бегать. Нет, у меня еще есть дела. Понятно, куда это я все собираюсь? Энергия у меня постепенно прибавляется, если я не ем, да? А что это за лапы? Интересно. Так, ладно, ребят, у меня какой-то в руках молоток. Пойдем в подвал. Вообще, крысы обычно в подвале водятся. Нужна кувалда. Так вот же она. А, это молоток, это не кувалда. А нафига мне молоток? Гараж. Офигеть, сколько бабок. Смотри, давай собираем все это. Нифига себе, что у меня в гараже столько денег лежит? Счастье привалило. Тут у меня есть сейф еще. Яблоки. Давай захаваем одну. Нужен топор. Блин, тут топор, там кувалда. А молоток зачем? Нужен ключ. Понятно. Мне что-то надо, но молоток нафиг никому не нужен. Вот, смотри, я свинюшку разбил. Так. А есть еще где-то дома свинюшки? Вот, смотри. Блин, тут только деньги. Ничего веселенького. Телевизор я могу разбить? Не включается, ребят. Это что, типа прятаться я могу? Ну, скорее всего, да. Так, ладно, что делать-то вообще надо-то в игре-то? В чем суть? Давай, короче, пока молоток, наверное, нафиг выкинем. Так, молоток, если что, лежит здесь. Что это за лапы, кто знает? Ого, так, денежки заберем. О, гаечный ключ. Так, пицца, ничего интересного. Бутерброды, жратва, еда, пицца! Отличненько! Так, есть гаечный ключ. Куда его? По-моему, куда-то нужен был гаечный ключ здесь. Нужен ключ. Вот у меня ключ, только гаечный. Не подходит? Какой вам не подойдет? Так, давай, ладно, гаечный ключ тогда здесь бросаем. Блин, я сейчас все разбросаю, потом надо все запоминать, где что лежит. Опа, отвертка. Нафига! Так, вот тут еще какой-то шкаф. Кассета? Мне уже вот это все перестает нравиться. Нафига мне кассета? Пока ничего не могу понять, ребята, правда. Пока вообще все очень странно. Так, пойдем наверх. Вот здесь еще, смотри, свинюшка. Пустая. Ничего нет. Давай в шкафах полазим. Че это? Два. Записка. Тут написано просто два. Еще не могу понять. Так, тут, ну что, способ открытия. Нужно найти способ открытия дверь. Так, подожди, способ открытия дверь. О, в туалете деньги валяются, смотри, интересно. Закрыто. В ванне ничего интересного. О, тут у меня еще свинюшка есть. Ну-ка давай, молоток берем. Пойдем еще здесь разобьем, в моей комнате все. Побойся. Медведь какой-то. Опа, записка, вот это интересная. Тут бабосы. Мишки, ничего, и тут какая-то записка. 27. Там двойка была, здесь 27. Так, ситуация складывается пока непонятно. 27 и 2.
магнитофоне нет кассеты. Так, подожди, у меня же кассета есть, вот она. Пойдем вставляем кассету сюда. Ну и что, музон играет просто. А в чем прикол? Прикол в том, что просто музыка играет. Винтель. Так, а для чего мне нужен винтель? Интересно. Куда его надо вставить? Ребят, у меня есть вот такой вот здоровый кран. Его нужно куда-то воткнуть. Всяко, наверное, куда-то внизу. А, вот же, сюда, наверное. Точняк! Винтель. И теперь нужен гаечный ключ. И вот же он. А ну-ка. Так, и чё? Что я сделал? Объясните мне. Повернул винтель. Что теперь? Нужен ключ. Я вообще должен себе кошку завести. Где моя кошка? Объясните мне, пожалуйста. Блин, пришлось игру перезагрузить. Что-то она у меня зависла, и мне все заново приходится делать. Но я уже большую часть все сделал. Давай, знаешь, что с тобой сейчас? Опа. Смотри, теперь записка здесь, мишки лежит. Видишь, как тут все меняется. 95, прикинь, теперь код 95. Так, 95, а здесь у нас цифра 8. И там есть сейф. Я думаю, может быть, это все к тому, что сейф здесь нужен. 95, 8. Вам видеоролик не готов, пожалуйста. Так, ну сейф еще есть внизу, я вот там не пробовал его. А ну-ка, вот здесь где-то был тоже сейф, да, вот он. 95, 8. Так, 8,95. О! Ага! Открыли. И чё? Блин, да нафига мне столько денег-то, а? Мне нужны ключи какие-нибудь. Смысл мне это всё? Деньги-то ваши. Опа. А как туда пролезть? А, смотри-ка. Интересно. Там люк. Кто-нибудь видел связку ключей? С этой долбанной отверткой, что с ней делать, а? Так, пойдем сюда. Мы же можем что-то купить. Миска, кот. А давай себе купим кота. Он же должен нам мышей ловить. Опа, нам привезли кота. Где мой котик? А, вот посылочка, смотри. Ха. Привет, хорошенький мой, привет. Давай, ходи, мышей ищи, ищи, лови давай быстрее. Наконец-то. Так вот в чем, оказывается, фишка была. Я пошел... Ты чё, зараза, на стол запрыгнул? Брысь отсюда. Это мой стол. А, ты кушать хочешь? Сейчас, подожди. Сейчас. Я тебе куплю еду. Где-то вот здесь была. Сейчас. А, вот миска. Кошачий корм. Пуфик для кота. Игрушка для кота. Игрушка для кота еще одного. Доставочка. Там все тебе прислали, слышь, жердяй. Смотрите, сколько посылок. На вот тебе мышь. Миску, игрушку на тебе, ну потом поиграешь. Сейчас жратву тебе еще дам, где тут твоя кошачий корм? На, ешь. О, кушает, давай-давай, хавай. Так, а здесь твоя лежанка, кстати, вот здесь вот можешь идти полежать, наверное. Вот здесь твоя лежанка. Ну все, у меня дома есть милое создание. Давай тут не навали мне, смотри, делов не наделай. Так, я пока пойду бургер съем и кофеек выпью, ням, отлично. Опять жрать, слушай, ты крыс вообще будешь ловить или нет? Я тебя нафиг завел, что за кошачий такой какой-то, ленивый. Ну на, ешь, прожорливый. А, воды надо? Миска для кошачьего корма или воды? Блин, а я как тебе воды налью, куда? Ну что, ты не можешь миску взять, что ли, в руки? Слушай, вон из крана вода бежит, вон, иди попей просто воды. Так, может быть, есть какая-то вода для кошака специальная? Ну-ка, пойдем посмотрим. Миска, почему-то две миски. Пицца. Я себе пиццу заказал. Блин, да нету воды для него, прикинь. Я не знаю, кошара, походу ты будешь без воды. По-другому никак. О, пиццу мне привезли. Отличненько. Потом скушаем горяченькую. Ну что ты, ну блин, ну запарил. Я не знаю, как тебе воды налить, правда. Как мне напоить этого сраного кота, блин? Я тебе и так уже и так на вот корм тебе поставил. Блин, я не знаю, я уже все перелазил в этой игре. Я замучился, если честно говоря, искать.
Куда еще мне надо ткнуть? Чтобы хоть что-то здесь найти. У меня еще есть дела. Какие дела у тебя? Кошака уже накормил. Список дел на сегодня. Купить кота. В доме слишком много крыс и мышей. Починить водопровод в подвале. Купить кота я купил. Починить водопровод в подвале починил. Ну все, это все мои дела. Значит, я могу идти спать? Нет, у меня еще слишком много дел. Да каких дел? Я же уже все сделал. Кота купил, водопровод починил. Что еще надо тебе? Блин, ну чем его напоить, ребята, а? Да еще нужно воткнуть. Опа. Блин, да ладно. Эта бутылка. А, ну-ка, надо набрать воды. Вот, все, набрали. Наконец-то! Пей, мой родной, пей. Фу. Все, ты теперь счастливый кот? Куда пошел? Потянулся, что-то такое. Так, он поиграть хочет. Ну, я тебе тут покупал игрушку. Вот она. На, играй. Клубок. Ну, вот я тебя бросаю. Играй. Вот твоя лежанка, кстати. Можешь тут полежать. Ну, лапки тут что-то свои лижет. Пошел спать. Так, ну вроде бы я уже все задания выполнил. И кота купил, и накормил, и, наверное, кран починил. Пора ложиться спать. Да, вот смотри, даже подсказка была. Все, пойдем спать. День первый прошел. Ура. Все. Фу, день второй. Так, кот пришел, жрать хочет. Говорит, здорово. Я вообще тут с утра тебя жду. Че так долго спишь? А ты че, птичку что ли? Ты че? Ты зачем птицу поймал? Вот идиот. Взял птицу, убил. Дохлая птица, это же воробей. Он говорит, что он кушать хочет. Ну пойдем, задрал ты, блин, накормлю тебя. На! Ядрен батон, что за звуки? Кошара, ты что там? Дверь открыл. Ты как сюда залез? Ты что сделал, ты слышишь? Чё? Кошара? Котик. Ты где? Чё за звуки? Энергетик, рюкзак. Мне что-то не нравится это все. Чё за чертовщина тут творится? Куда он делся? Заблокировала дверь. Что я двигаю лестницу? Лом? Мне надо дверь выломать. Изолента. Что еще? Ага, может быть надо в тот люк залезть? Блин, у меня энергия тратится, пока двигаю ленту. Точнее, лестницу. Походу, котик туда, в люк залез. Так, давай, тут энергетик есть. Пахнем немножко. Но этого мне не хватает, у меня прям мало энергии. Пойдем пробовать залезть сюда. Блин, чуть ли по башке не дало. Котик! Ты тут? Ты куда залез, эй, балда? Что, тебя по люкам буду искать, что ли? Фига себе тут комната. Кошара, ты где? Закрыто, где-то была связка ключей. Я видел эту уже фразу. Угу, спасибо. Это что такое, сковорода? Фига себе, какой мощный шкаф подвинул. Нужен топор. Так, вот тут дверь. Она не открывается. Куда я провалился? Плоскогубцы. Из этого ничего не сделать. Металлическая пластина. Блин, что происходит? Вообще я не могу понять. Ну, плоскогубцы у меня есть только максимум. Нужно найти способ открыть эту дверь. Да у меня есть лом, что я не могу ее открыть, что ли?
Так, давай заглянем в рюкзак. Так, а книга что это? Опа! Изолента плюс железо плюс палка плюс молоток равно кувалда. Проволока плюс металлическая пластина плюс плоскогубцы равно отмычка. Значит, мне сейчас нужно сделать... У меня есть проволока, металлическая пластина и плоскогубцы. Мне нужно сделать отмычку. Как это только все вместе соединить, скажите мне. Нет, ну это у меня все есть. А как это все соединить? Так, подожди, может быть, просто надо тогда на верстак положить? Ну-ка, подожди, давай-ка в рюкзак. Давай проволоку доставай. Да. Опа, так, есть. Теперь. Что там у меня еще в рюкзаке? Сейчас мы с вами крафтить будем. Где металлические вот эти основы? Да, вот они. И плоскогубцы. Сейчас мы сделаем с вами. Во! Я же сказал, все, мы скрафтили с вами отмычку. Так, она нам пригодится для того, наверное, чтобы мы открыли эту дверь. Ну-ка, давай попробуем. Вот так, пора ложиться спать. Так, ну подожди. Нужно нам еще глянуть, на всякий случай, подожди, что там мы следующее будем крафтить? Изолента, айрон, палка, плюс молоток равно кувалда. Проволока, палка равно палка с крюком. Блин. Ладно, ребят, я пошел спать. Пока что-то ничего не могу понять, что происходит, но у меня сейчас будет третья ночка. Ух, сейчас жаришка, по-моему, будет. Все, я ложусь спать. Ну-ка, я просыпаюсь, третья ночь. Кошары нет, зато есть рядом молоток. Так, давай я молоток сразу сюда вот принесу, чтобы потом крафтить, если что, его будем, потому что здесь он нам пригодится. Что у нас там за задание? Коту вроде все нравится, нужно проверить, стал ли он ловить мышей в подвале. Угу, ну хорошо, значит мне нужно идти в подвал. Пойдем в подвалик. Коту вроде все нравится, это замечательно. Здорово, кошара. Я смотрю, ты мышей не ловишь. Ты че, дурень? Крысы? Ты че не ловишь мышей? Куда ты делся? Нужен топор. Блин, топор бы нам еще с вами найти. О, топор! Я вижу топор, топор, топор. Отличненько! Наконец-то. Энергетик. Че это такое? Нужен какой-нибудь крючок. Возможно, там что-то есть. Тут можно что-то скрафтить. Вот, палка с крюком. Проволока плюс палка. Ага. Проволока плюс палка равно палочка с крюком. Так, а у меня в этом нету, да, проволоки? Нет, у меня проволоки нету. Энергетик. Опа, я нашел проволоку, ребята. Отлично. Нужна теперь палка. Все, проволоку кладу сюда. Нужен топор. Так, ну вот топор у меня. Топорик, иди сюда. Давай вот это разобьем тоже. Блин, ну тут нужна кувалда. Ну, по-любому, да. Так, а где же палку-то найти? Вот она. Я нашел. Сейчас мы смастерим. Так, а что, давай. Вот. Смотри, мы смастерили. Фиговина какая. Давай ее сюда засунем. Ключ, 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 ключ. Отличненько. Так, а ключ от этой двери? Да. Возьму топор. Мне он еще пригодится там наверху. Давай энергетик выпьем. Для храбрости. Все, пойдем наверх. Где кошара? Куда кошара делся? Тут его нет. Интересно. Пойдем наверх. Там еще были ящики. Там их можно топором взломать. Пойдем сюда. Фига себе, сколько тут ящиков. Много довольно-таки энергетики. Какая-то дверь. Закрыта, где-то была связка ключей. Да блин, как обычно. Что теперь мне надо делать? Я не вижу кошку. А что это такое? А что он рассыпал корм? Может, надо ему воды насыпать? Налить? Может, он придет тогда? Он тут, кстати, смотри, наделал, накакал. Все, вода есть у тебя. Ты пойдешь кушать? Слышь, ты где? Куда делся вообще? Так, я вот что-то интересно, я пропустил табличку, может быть, мне надо пойти спать? А, да, реально, смотри, я лег спать. День четвертый, кстати, последний день! Вот интересно прям. Так быстро дни пролетели. Кстати, игра-то реально крутая. Опа, а что тут лежит? Сыр. Дохлый сыр. Нафига он мне нужен? Ой, нужен ключ. Вот интересно.
Так, подожди, а что за задание? Привет, хозяин, твой завтрак на столе. Сегодня я хочу поиграть с тобой в кошки-мышки. Найди меня, и игра начнется. Ключ от твоей комнаты у крысы. ПС, сыр нашел в подвале. Вот так тебе на. Ну, может быть, надо тогда крысы дать? Иди сюда, крыса. И как мне ее схватить? Так, а что у меня в рюкзаке? Блин, ничего интересного. Так, у этой крысы есть ключ. Как его забрать? Блин, а что это за царапины такие на картине? Интересно. Зараза, ты же не идешь сюда. Что тебе с тобой? Ну, как ты, чтобы ты вышла сюда? Ну на, бери. Бери же. Она не хочет брать, просто она не хочет выходить. Давай я тебе брошу сыр. Ну. Опа, 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 ага. Есть, есть. Так, поймали. Отлично. Так, ребята, беру ключ. Что за? Офигеть, сколько здесь крыс. А где котик мой? Чё? Вы чё все сбежали? Нужен ключ. Ну, как бы у меня есть в руках ключ, но, наверное, не тот. Блин, он так разговаривает странно, или кто это говорит? Чё это такое? Ой! Чё за чертовщина, ребята? Я опять проснулся в том же месте, что ли? О! Блин! Фу! Обосраться можно! Вы чё меня так пугаете? Это чё было? Кувалда мне нужно срочно. Вот, палка, изолента, айрон. А что такое айрон? Ну, айрон это железо вообще. Ну, так, давай молоток сюда. Ложись, давай. Нет? Ну ладно, потом. Тогда давай изоленту положим. Ложи. Изолента. Теперь мне нужна палка. Опа, эта дверь открыта. Офигеть. Это мой кот. Это мой котик. Черт возьми. Вот это же сейчас будет. Здесь его, конечно же, уже нет. Кассета. Голубь. Топор. Ключи. У меня есть связка ключей. Здесь что в этом шкафу? Так, для чего-то еще кассета мне нужна. Простым товарищ, нет! Так, ну я так понимаю, надо от него как-то попытаться сбежать. Раз это все началось... Подожди, нет, 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 я типа вот в домике, я и пошел ты. Как попытаться от него сбежать, интересно. Блин, ребята, он не дает мне вообще покоя. Да ну нафиг. Короче, братва, давайте я это оставлю на следующую часть. А я пока на этом закончу. Вы поставьте лайкосики, обязательно подпишитесь. И мы с вами продолжим в следующей серии, хорошо? Я думаю, мне тут нужно подкрепиться немножко. Тут все-таки нужно довольно-таки еще много времени, чтобы пройти эту игру. Все, всем удачи, всем лайкосик, до встречи.